Перш за все, я хочу вибачитись за те, що уряд запізнився на годину запитань до уряду. Це пов'язано з моїм рішенням, яке я ухвалив сьогодні. Я звернувся до президента України, ви про це вже знаєте, передав йому свою заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до закону, до Конституції України, написана на ім'я Голови Верховної Ради, і у президента є право її внести в парламент в будь-який момент. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми одна команда. Ми всі прийшли в парламент, у владу, змінювати країну завдяки цій людині, завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%. Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак, маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат всередині команди, створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команда, нею і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили. Шановні друзі, дорога фракція, я дуже вдячний вам за ту роботу, яка вже зроблена. Ми дуже багато з вами зробили, щоб в цьому році українці жили краще. Ми готові зробити значно більше разом з вами. Але для цього нам потрібно бути єдиними. Я вам дуже дякую за ту підтримку, яку я вже сьогодні отримав. І пропоную вам продовжувати в тому ж дусі. Ви круті, ви майбутнє цієї країни. Разом ми зробимо більше. Дякую вам. Алексей Гончарук, как сам он сообщил, подал заявление об отставке. То, что он его там неправильно подал, ладно, оно в любом случае должно дойти туда, куда оно должно попасть. И пока там в Верховной Раде они там сейчас возмущаются, я просто включил, смотрю, о, такой цирк. Я просто для себя решил ответить на такой вот вопрос. А что он вообще из себя представляет, этот Гончарук? То есть, ну, когда я его только увидел первый раз в Верховной Раде, когда его там презентовали как кандидата, то я его послушал, и я понял, что ну нет, ну что-то такое вот ни о чем. А вот вчера и сегодня я сидел и просто интересовался, ну вот кто он, что он, чем он. Самое интересное, мне хотелось бы понять, чем он занимался. Открываю я, значит, его биографию, читаю, что у него там чуть ли не 3 высших образования, что он юрист, и адвокат, и арбитражный управляющий, и какой-то управляющий в юридической фирме, и там был, и тут, и советник, и помощник. Все, что, ну, как бы понятно, где он работал, что он был каким-то там юристом еще в 2005 году на предприятии. И это, наверное, единственное место, где он работал, вот что называется, в поле. И работал он так в поле, я так понял, там год, наверное, может целых 2 года. Там с 5 по 6 годы. Проверить это тоже хотелось бы, как он и где, и реально ли он там работал. Но, видимо, ну, у меня таких возможностей нет. И это, наверное, либо кто-то сольет эту информацию, ну, либо никак мы об этом не узнаем. Ну, давайте даже допустим, он 2 года работал юристом на предприятии. А дальше пошло-поехало. Я же говорю, там он помощник, управляющий партнер юридической фирмы, там заместитель какого-то предприятия, ООО, ну, директора предприятия. Потом пошел вот это политические все вот эти движухи. И у министров там он и помощником был, и кем только угодно, и заместителем даже, по-моему, где-то был. При этом, если открыть единый реестр физических лиц, предпринимателей и юридических лиц, то можно увидеть, что еще долгое время он был ФОПом, и, ну, то есть физическим лицом-предпринимателем. И у него там было много интересных
КВЭДов, да, но это виды экономической деятельности, которыми он типа занимался. Основным стоял 69.10, это деятельность в области права, это вот мой КВЭД. Кстати, у меня, например, он один, все, я больше ничем не занимаюсь, кроме деятельности в сфере права. У него же там еще и налоговые консультации, хотя нет у него профильного образования, и консультации по вопросам, как там, коммерческой деятельности, хотя он коммерческой деятельностью тоже не занимался, ну, в принципе. И консультации там по поводу что-то там, исследований общественного мнения. Ну, короче, всякая куча вот этой всякой ерунды, какие-то исследования в каких-то там гуманитарных науках. Ну, короче, трэш. То есть, и все услуги, то есть, все услуги, причем вот эти услуги как бы проверить невозможно. То есть, вот конкретно взять и сказать, вот это его, вот это его, вот это его. Ну, никак, никак. Потому что мы не знаем ни заказчиков этих услуг, никого бы то ни было еще. Что интересно, по основному виду деятельности, юрист, он и адвокат, типа ж Алексей. Есть хороший способ проверить, как он работал в этой сфере. Есть у нас сайт судебной власти, court.gov.ua, и там есть соответствующий раздел с судебными делами. Там можно как раз в поисковике забить фамилию, имя, отчество на украинском языке. Вот если вы, например, знаете какого-нибудь адвоката, юриста, можете туда вот забить его данные, и вы увидите, где он принимал участие, в каких делах. У людей, которые как бы давно в профессии, у них список вообще ограничивается 50 записями, а больше просто система не показывает. Ну вот так, так она придумана. Поэтому проверить, сколько всего там дел было у человека, у практикующего юриста-адвоката, ну, практически невозможно. Ну, вот, по крайней мере, через этот поиск. А если забить туда Гончарука Алексея Валерьевича, то мы увидим, что на него много исков подано, когда он уже стал премьером. Еще видно там пару-тройку дел, где он каким-то боком участвовал в делах Майдана. И все. При этом нет ни одного дела, где бы Гончарук был бы защитником либо представителем. Адвокатское удостоверение он получил в 2007 году. То есть у него 12 лет, ну типа 12 лет опыта адвокатской деятельности. И он ни одного дела не провел. Ну, понимаете, да? Точно так же нигде он не был представителем. Вот такой вот специалист-юрист. Вы же помните, он там на этих пленках говорит, что я не экономист, я юрист. Ну вот, вот такой вот он юрист. И по поводу арбитражного управляющего тоже. У него он типа арбитражный управляющий. Это такой человек, если вы не знаете, который занимается вопросами ликвидации предприятий, банкротства, вот эта вся тема. Что интересно, эти дела тоже идут через суд. Вот. И, как вы понимаете, тоже ни одного дела не бьется по поиску, где бы Гончарук был бы арбитражным управляющим. Хотя тоже типа там опыт огромный. А есть еще реестр у нас арбитражных управляющих. Я вот посмотрел, в реестре его тоже нет. Ну не знаю, может, конечно, ошибка какая-то. А может и нет. А по поводу адвоката, что еще интересно. Вот 12 лет он имел адвокатское удостоверение, но непонятно, чем именно он занимался, но при этом есть информация вот в его карточке в реестре адвокатов Украины, что он за это время успел получить 2 дисциплинарных взыскания. Это как-то вообще мистика какая-то. Не занимаясь адвокатской деятельностью фактически, получить 2 дисциплинарных взыскания от Черниговской квалификационно-дисциплинарной комиссии. Ой, я очень надеюсь, что они его уйдут и уйдут его вместе с со всем этим составом, ну, состав, понятно, должен уйти. Надеюсь, что никто из этого состава Кабмина нынешнего не вернется. Все, пока. Мама не прийде, не знаєш, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути, таке бажане люблю. Тому я таки тобі не дам повішати петлю.